4 танцора. Дэн и Санёк. Дэн Крис, Дэн Кискани и Санёк Ван Вейв Крю. Друзья, это батл за первое место. Breaking Kids. Парни немножко выдохнули, подготовили себе связочки. Сейчас я немножко... Итак, по два раунда, друзья мои, буквально, как закончатся батлы по хип-хопу, начнут танцевать танцоры, кроки, брейкинг, так что не расходитесь, подтягивайтесь сюда, идите на свет, все-все, кто есть в парке, все, кто там за парком гуляет, прямо сегодня, здесь и сейчас, открытый международный фестиваль «Новая энергия», танцевальный блок, батлы, брейкинг, один на один, kids, финал! Детского и мужского творчества.
творчество, если вы хотите научиться танцевать так же, как и он, если вы хотите, чтобы ваши дети научились так же танцевать, парни, не уходите, идите сюда, я тут болтаю, пока вам заполняют дипломы. Саня. Вот. Если вы хотите научиться танцевать, приходите к нам в школы танцев. На самом деле их очень много. По брейкингу не так много. По брейкингу у нас в Тирасполе всего их две. В молодежном клубе «Орфей» и во дворце детского юношеского творчества. Приходите к нам на занятия. Также мы преподаем в Бендерах, в Каткаченко брейкинг. Также там же преподаем хип-хоп. Еще у нас есть очень много друзей, коллективов, которые очень сильно, серьезно прокачивают хип-хоп. Команды Urban Stomp, BM Style, Action, Freestyle. Кого еще забыл? White Tiger, сори, друзья, простите. Огромное вам уважение, респект за то, что вы делаете. Вы большие молодцы. Итак, а у нас время награждения. Второе место. Танцор из города Тирасполь, который занес дворцы детского творчества. B-Boy Dance! Молодец, парень, танцуй. И первое место, уже не в первый раз, занимает B-Boy из города Кишинев, из команды One Wave Crew. B-Boy Санек! Достойно, давайте шуму! Огромное спасибо, ребята. Я приглашаю обратно Дюса. Дюс вернулся.